ну вообще, в принципе, рок-гитариста и классического пианиста. Сейчас он, правда, не будет рок-гитаристом, будет рок-пианистом. Но сейчас он будет классическим пианистом. Он у нас открывал 32-й джем с классическим пьесой. Все обалдели, потом еще играл. Но, по-моему, вот здесь, в ритм-блюзе, ты классику не играл. Нет. Не было такого. Значит, в каком-то смысле это дебют. Сергей Вознесенский несколько классических пьес играет. Я не знаю, что именно, но я думаю, что он нам расскажет. Все. Добрый вечер, дорогие друзья. На самом деле я сыграю два, можно сказать, своих произведения. Вот, они одно в классическом стиле, а второе такое более джазовое. Вот как-то подумал, что все-таки в ритм блюзе лучше играть такое преджазованное. На первое произведение я сыграю в таком классическом импрессионистическом стиле, который я написал. Вот. И посвящается оно одной прекрасной особе. Моим воспоминаниям о том,
оказался в Америке и услышал настоящий такой фортепианный джаз. И, в принципе, у нас кафе называется Rhythm and Blues. Эта песня называется I Got Rhythm. Написал ее Гершвин, но я сыграю ее в своей обработке.